Большой привет, меня зовут Марина, и сегодня будет у нас, нет, у нас не будет сегодня обзор продуктов KFC заказа, а будет просто пустые баночки. Если вы такие видео любите, вам они интересны, то присоединяйтесь к просмотру. У меня бюджетная продукция, это косметика, в общем, бытовохимия, все что угодно, все, что относится к пустым баночкам. Ну, первое, что я вам покажу, это вот такой крот. Для устранения засоров поставлю пока то, что высокое и крупное, активный. Что-то рублей 40 стоит это средство. Продается в светофоре с дезинфицирующим эффектом. 10 литр 200. В общем, рабочее средство. Что-то засорилось, могу на ночь поставить и утром смыть. Также пользовалась, наливала на час, ну на полтора, смывала тоже, работала. Ну, смотря, видимо, чем забита еще раковина наша. Ну, естественно, заливала сливное отверстие в ванной комнате, в самой ванной. Ну, работает. Ну, слава богу. Нужно залить не меньше 200 грамм. То есть 1200 грамм здесь нам показано. Так что флакона хватает на 5-6 раз. Вполне буду повторять. Следующая вот такая высокая банка, 77 рублей. Хорошо, что здесь цена есть. Это от Саниты для мытья посуды. Эффективно в холодной воде с ароматом такого яблочка красного. Полностью смывается, защищает кожу рук. Также пригоден для детей, по-моему, для мытья игрушек. Нет, здесь про игрушки ничего не написано. Эффективно удаляет жир даже в холодной воде, обеспечивая посуде идеальную чистоту. В общем, кому надо интересно что-то, прочитайте. Целый литр, приятный аромат. Оно не сильно густое средство, но и не жидкое. Хорошо работает, моется. Прекрасно посуда и сковородки. Отличная цена за целый литр, поэтому вполне можно повторять. И причем в фикс-прайсе разные ароматы. Вот у меня розовое яблоко, а там еще какой-то был, не помню какой. Так, ну это у меня банка от Avon, NutraEffect, это уже снятый продукт, возможно, сейчас он же есть, но в другом оформлении, сейчас не отслеживаю в Avon. Вот, комплекс актив, глубокое питание с маслом семян миндаля, лосьон для тела, подходит для ежедневного использования. Для чувствительной кожи, протестирован на аллергенность, не содержит парабенных красителей, для сухой, очень сухой кожи. Что могу сказать? Это средство я выбрасываю, так как оно не рабочее. Мне оно не понравилось, ну, вообще никак. Вот не особо я люблю кремы от Avon, они то силиконовые, то какие-то пустые. Это средство какое-то силиконово-пустое, что ли. В общем, не понравилось. Пользовалась, кстати, у меня тут половина осталась, и объем у меня как специально большой, попадался на них в подарки когда-то давно в пакете сюрпризе. Здесь прям объем, не помню, ну, достаточно большой. Здесь просто вот этот сзади листик оторван. Чем не нравится? Да потому что он не работает. И мне кажется, что еще ухудшает мою кожу, допустим. Потому что я пользовалась прекрасно Oriflame кремом. Мне нравилось, все прекрасно. И вдруг... А, я со второго этажа спустилась на первом. А на первом этаже у меня такой дежурный крем стоит для всей семьи. Кому надо, пользуются. Руки там помазали себе, кто около телевизора сидит. Там и гости точно так же. А у крем стоит. Раз, смазали руки. Он у меня прям стоит прям, знаете, на диване. Под руками. Ну и вот. И, короче говоря, думаю, а мы, нам стало жарко спать на втором этаже, мы спустились с мужем спать на первый этаж. Тут прохладнее, короче, комфортнее летом в жару, такие жаркие градусы на Кубани, как под 50 градусов. Спим, значит, сейчас на первом этаже, под руками этот у меня крем. Естественно, неохота была с второго этажа спускать свой, тем, который пользуюсь, это Oriflame. И в итоге начала им пользоваться. И раза дня 4 на ночь я пользовалась этим кремом. Руки, ноги мазала. Хотя он для тела. Для тела, возможно, он хорош, я не знаю. Но руки, ноги начали у меня просто грубеть. Кожа стала, я не знаю, как какая-то терка. Как терка. Мелкая такая, знаете. Вот вообще ужасно. Мне неприятно было даже их чувствовать, эти ноги. Я такого давно уже не ощущала. В итоге я поняла, что этот эффект дает мне крем. Он как будто бы высушивает стопы, высушивает мне руки. Руки неприятные, шершавые. Короче говоря, все. Я сделала вывод, что крем ерунда. Раньше я пользовалась так единично. Я этого не чувствовала там за 1-2 раза. А это дня 4 на ночь я нанесла. В итоге
Нет, выбрасываю и никому не рекомендую. В общем, ерунда. Сейчас опять вернулась я. А, сейчас я на первом этаже поставила Ativroche крем. Он нормально работает. Опять у меня проблема, вот эта сухость ушла и на руках, и на ногах. То есть делайте выводы. Поэтому я не очень люблю крем от Avon. Я не говорю про все, конечно. Когда он мне приходил еще в пакете сюрпризы, все же, и тогда у меня было ощущение, что с ним что-то не то. Ну, в итоге оно подтвердилось. В Фикспрайсе по 99 рублей целых 1,7 кг можно приобрести сорти Color Автомат. Сейчас постельное белье им стираю. Прекрасно все отстирывается. Чистенькое, свеженькое, беленькое. Никакие краски у меня не сходят. Единственное, что я обязательно замачиваю. Замочила белье. Белье прекрасно у меня в этом же порошке. Белье прекрасно у меня все отстирывается. На 40 градусах стираю, мне 60 градусов даже и не нужны. Прекрасно стируется при 40 градусах, как и положено, как написано на этикетках на постельном белье. Поэтому рабочий порошок, вопросов никаких у меня к нему плохих не возникает. Цена в Фикспрайсе хорошая. У меня также есть постели, где там, допустим, просто наволочки цветные, а пододеяльник белый. И там реденькие цветочки на нем какие-то. И также белый пододеяльник, никаких проблем. То есть он не серый, не полинявший, все хорошо. Далее, вот такой велор у нас, гель для стирки для детского белья, для детей. Я думаю, с нуля навряд ли, наверное, можно им пользоваться. Скорее всего, наверное, ну, когда детки постарше. Для машины стирки ручной. Идеален для ежедневной стирки. Очень нежный, приятный аромат. Хорошо стирает. Он бюджетный. Целый литр. По-моему, 55 рублей в Фикспрайсе. Покупаю, люблю. Полотенцем стираю, но с условием замачивания. Тогда он стирает. Ну, конечно, он пятна не отстирает, потому что, ну, он как бы слабоват для пятен. Хотя я считаю, что детские гели должны выстирывать пятна, потому что детки все-таки они... грязнули, они кушают, одежда пачкается просто по сыну, по своему помню. Вот. И мне кажется, надо посильнее, чтобы были все-таки какие-то, ну, гели, вот, чтобы эти пятна как-то уходили. Но, с другой стороны, такие ядреные, возможно, гели и порошки для детей вредны для кожи. Поэтому, возможно, ну, хорошо, что они такие, какие есть, более слабые. Для ежедневной стирки прекрасно подходит. Не хочу пугать вас такими ужасными флаконами. Это у меня застоявшиеся запасы от Avon. Максимальный объем с коллагеном 400 мл. Я люблю этот шампунь. Классный, приятный аромат. Густой, мылится с первой секунды на голове. Прям как я люблю. Смывается хорошо, волосы не сушит. Хороший объем дает для волос, прям, который держится долго на волосах, даже если я несколько раз еще мою другим шампунем волосы, какой-то объем у меня прям дополнительно сохраняется от этого шампуня. Вот, жалко, что сейчас в Avon нет такого шампуня, с удовольствием бы его повторила бы, и ни один флакон бы еще запасла. И, кстати, он тут написан для тонких волос, и максимальный объем, это снятость уже. Я бы прям с удовольствием повторила, но, по-моему, сейчас в линейке объема нет. Также максимальный объем у меня с коллагеном. Единственное, видите, какой он густой, что мне вот мало то, что вот так держу его к ногами в ванной, так еще и выдавливать приходится. Очень густое средство. Это ополаскиватель для тонких волос. Максимальный объем, тут уже поменьше 250 мл. Тоже хорошее средство. Также поддерживает объем. Также я этим пользуюсь с другим шампунем, совершенно не от Avon в перемешку. Также он рабочий. Ополаскиватель у меня, кстати, такой в запасе стоит. Надо быстрее расходовать, пока сроки не вышли. Далее, Фикспрайс, Ахинацея с травами, бальзам. Сделано в Башкирии, натуральный продукт. Неплохое средство, я не знаю, как, даже не знаю, как правильно сказать. Сладкий такой бальзамчик, он не горький, он прям сладенький. В чай, кофе добавляйте, в кашу, в любую, в детскую можно добавлять и во взрослую, вместо сахара. Ну, очень сладкий, конечно. Единственное, я не знаю, надеюсь, эхиноцея в нем как полезно, с полезными свойствами своими сохранена, то есть не переварена, не выварена там как-то. Я не знаю, как они там это все делают. Надеюсь, что... Потому что сама по себе эхиноцея очень великолепный продукт для иммунной системы. Одно время он даже моему ребенку очень сильно помог, когда начались какие-то проблемы с кровью, когда у него в подростковом периоде. Вот. И нам врач сказал, пропейте эхиноцею, у нас все восстановилось, слава богу, все было хорошо. Но мы, естественно, не этот бальзам покупали, а покупала я настойки эхиноцеи
Она в то время была вообще копеечная, там рублей 30, сейчас она там за 200 рублей уже стоит в аптеках. Ну, хорошо, что ее продают. Настоечка на спирту. И вот я очень часто своему ребенку потом ежегодно наливала в стаканчик капельки определенные там по инструкции, и он меня пропивал, чтобы не болел, ничего. Он для легких хорошо, кстати, эхиноцея, она хорошо помогает, защищает. Так что очень полезная травка. Настойка эхиноцея у меня всегда есть, и сейчас сын у меня женился, живет отдельно, но флакончик я ему с собой дала, говорю, как что-то, не обязательно заболеть его пить, можно пить просто в здоровом виде, для того, чтобы просто поддержать иммунитет и просто элементарно не заболеть. То есть профилактически, для профилактики. Ну и бальзам эхиноцея, естественно, не заинтересовала, хотелось ее попробовать. Вполне за 77 рублей в экспрессе стоит, там, кстати, в ассортименте. И вполне можно своим деткам подливать в чайки вместо сахара, в кашки, я уже сказала, для того, чтобы иммунитет поддержать. Я надеюсь, что там все, ну, сохранены те самые полезности, которые есть в этой травке. Далее у нас Oriflame Камчатка, гель для душа 250 мл, по акциям всегда хорошо взять. Сам по себе аромат, ну ни о чем. Какой-то слегка вроде бы зеленый, какой-то слегка что-то там в нем такое есть, мужская нотка, ну какая-то травная. В общем, все такое размытое и непонятное. Мне вообще не понравился, когда он ко мне пришел. Вот, вроде оформление на самом деле другое, это лимитированное оформление у него к Новому году было. Мужу приобрела, в итоге мы вместе с ним пользовались. И знаете, когда моешься этим гелем, аромат раскрывается, и он приятный, освежающий такой становится, им приятно пользоваться. То есть аромат раскрывается в душе. Он такой, ну не знаю, благородный аромат, тонкий, нежный, освежающий. Я уж не помню, какие там были ноты, можжевельник, что-то такое. Вот что-то такое было. В общем, достойный аромат. Не могу его описать, озоновый, не озоновый, но аромат чистоты, свежести, какой-то зелени вы почувствуете именно в раскрытии. Хорошо пенится, хорошо моет, и кожа от него у меня лично чешется чуть меньше, чем от эйвоновских гелей. Ну, как-то меньше, вот я заметила. Так, еще хочу показать вам просто ужасный, устрашающий флакон. Это вот такую скраб-маску для кожи головы Сакура. Купила я в магазине Fix Price. У меня было две штучки в голубом варианте и вот в розовом. Наконец-таки я добила этот флакон, который мне не нравится, который мне не понравился в виде скраба для головы. 77 рублей он стоил, этот флакон, 200 мл. Знаете, такой там гель с мелким вкраплением скраба, редким, очень редким, и очень тяжело разнести по мокрым волосам, просто невозможно. Поэтому приходилось на сухую голову между проборов как-то все это повыдавливать, было тяжело. Ну, поначалу было так ничего, через носик хорошо выдавливалось, потом стало что-то тяжело, пришлось выковыривать. Но в итоге я все остатки потом смыла, просто смешала с другими скрабами и закончила уже на теле, его доиспользовала, дабы быстрее выбросить. Аромат достаточно приятный, и когда я воспользовалась первый раз таким скрабом-маской для кожи головы, у меня было такое ощущение, что оно сработало, у меня даже какое-то ощущение свежести на голове появилось. Поскрабила, значит, сухие волосы перед мытьем прямо руками, так это по всей голове, именно по коже головы прошлась. Далее потом, когда я пыталась пользоваться таким же способом, у меня же ощущение свежести ни разу больше не возникло, то есть это было только один раз первое впечатление. И все, в итоге я не поняла, зачем мне это надо, и в итоге я уже смотрела его в перемешку со скрабом на тело. И все, и больше в жизни никогда не куплю, считаю выброшенные деньги, бессмысленные, и на голове мне это 100 лет не нужно. Светофор, чистящее средство для унитаза, 3 штуки в наборе, вот такие прекрасные шарики. Нравятся, хорошие, 3 штуки в наборе, значит, по 4 шарика в каждом блоке. Вот, отличный. Что-то цена 80, ну, грубо говоря, 90 рублей эти 3 штуки. Очень выгодно. Дают пенку, легкий-прелегкий аромат. И поддерживают, слегка поддерживают чистоту. Больше ничего особо-то и не надо. Ароматизации, конечно, комнаты не будет. Но чистота все же присутствует за небольшие деньги. И здесь еще зип-замок. Очень удобно хранить оставшиеся. Одну я, допустим, на унитазе. Остальные 2 хранятся. Не воняют, не выветриваются. Все защелкивается. Хранится удобно, в общем, невысокая цена, буду повторять уже не знаю сколько раз. Также у меня, это уже от Сайхёрб, закончилась баночка, сейчас вторую допиваю. Это у нас
60 таблеток. Вот такой баночки находятся, очень удобно. Эта вещь очень хороша для почек. Цена, кстати, невысокая на эфир, на них с витамином С, с пробиотиками, кстати. У меня такая проблема, я всегда забываю, что это за ягоды. Я не могу вспомнить название этих ягод. Я прекрасно их знаю, но не помню. Ну, а здесь, конечно, так как это сайхёрб, ничего на русском языке не написано. Так, проще посмотреть на сайте, на самом. У меня, я пользуюсь приложением, кстати. Айхёрб есть приложение, очень удобно им пользоваться. Так, называется клюква. Вот, забываю название. Клюква с добавлением пробиотика, 60 таблеток. Это 3 штуки последний раз заказывала после пробы. Заказы с Айхёрб я, конечно же, снимаю. У меня есть отдельный плейлист. Пожалуйста, проходите, смотрите. Я рассказываю, для чего я покупаю проверенные средства. Мне они уже очень нравятся. И это у меня уже была повторная покупка. Вот мы видим вот такую цену. Для почек это хорошая цена. Ну, конечно, можно... Я, естественно, все со скидками применяю. Применяю всякие разные промокоды. Пользуюсь скидками. Кстати, от меня лично есть промокод. 5% со стоимости всего заказа. Вот. И у меня под видео, который я вам могу ссылку оставить на этот плейлист, зайдите, и там все ссылочки на каждый продукт, который я заказывала. Вы можете прямо напрямую перейти, прочитать отзывы об этих товарах. Тут, кстати, вот и отзывы есть. Все-все-все. Вы прямо напрямую перейдете на эти страницы по моим ссылкам. Вот. Я думаю, будет вам очень интересно прочитать. Ну, даже зачем мне рассказывать что-то, если мы можем здесь увидеть. Поддерживать чистоту мочевыводящих путей. А у меня, видимо, уже то ли возраст, то ли что, у меня проблема что-то с... Я чувствую себя почками. И когда я пью эти таблеточки, мне помогают они прекрасно. Я их пью, и у меня, знаете, вот эти ощущения неприятные в почках уходят. Я за них даже забываю. Вот. Пью 2 штучки в сутки, запиваю просто водой. Здесь мы можем прочитать подробно описание. Вот, пожалуйста. Прочитайте описание еще более подробно. Это все я смотрю именно на приложение. Пищевая ценность, все. Это, конечно, не реклама, это просто вам показываю, потому что я сама пользуюсь и считаю, что как бы я не могу с вами не поделиться. Я знаю, что почками многие страдают. У меня уже муж перешел. Видите, здесь есть отзывы, пожалуйста. Так что, если вам интересно, переходите. Я сейчас только скажу, что рабочий продукт мне нравится. Я буду еще покупать, и я не чувствую почек. Я за них забываю благодаря этому натуральному продукту, так как здесь у нас идет порошок прессованной клюквы в виде вот таких таблеточек. А, здесь таблетки не изображены. Ну, я видео все показываю. Проходите, смотрите. Также для волос мне нравится вот это средство, которое в Фикс Прайсе продается. Это репейник. 99 рублей стоит от Флоресан. Здесь у нас, не помню, сколько это, 100 мл. Хорошее средство. И я считаю, что, по крайней мере, выпадение, вот я им пользуюсь, выпадение волос у меня в данный момент проблем с этим пока нет. Естественно, что волосы слегка выпадают, но это мало. Это, ну как, положенное выпадение волос. Нет никакой активности в этом плане. Поэтому я довольна, и я прям повторяю. И вот, наверное, опять пойду в Фикс Прайс и опять прикуплю себе. И мне нравится хорошее нанесение, не жирнит волосы. Между рядов прекрасно струя работает. Делаю себе массаж щеткой. Все отлично, нравится. Ну, аромат такой, знаете, естественно, что травяной. Ну, не знаю, когда я покупаю это средство, обычно я показываю, рассказываю про него. Не хочу сейчас останавливаться. Хорошее, отличное средство, рабочее. В составе, кстати, очень много экстрактов. Ну, не будем на этом останавливаться, просто будем тратить это лишнее время. Так, далее. Опять покрасила себе волосы вот такой хной. Мне нравится. Как видите, в каждой пачке идут хорошие перчатки, которые даже налазят на мужскую руку. Вот я их себе оставлю, не буду тут выбрасывать. Замечательная хна, укрепление волос. Это классическую хну я покупаю, то есть с рыжинкой она. Здесь у нас с маслами карите, органа, репейника, кремовая консистенция, 50 мл. У меня 2 пачки ходят на полную длину волос прокрасить. Если у вас более короткие волосы, то, естественно, вам и одной хватит пачечки.
либо полторы бывает я делаю. Когда мне нужны только корни, то делаю полторы пачки. Прям выдавливаю, здесь все смешано, все готово, ничего мешать не надо. Отлично смывается, не с волос она смывается, а с ванной она прекрасно смывается, легко не загаживает ванну, не пачкает, как, допустим, хна, которая прям порошком идет. Не стекает шеи, приятный аромат, никакого зуда на голове нет. Хотя я так чувствую, что я склонна к аллергии и всему такому серьезно. Единственный минус, что может запачкать полотенце. Она же потихонечку смывается, хотя она достаточно цепкая и крепкая, и прокрашивает седые волоски, которые у меня уже есть. Ну и она слегка смывается очень плавно, поэтому никаких проблем нет. Я с полтора месяца спокойно с ней лично хожу, она мне держится. Но на полотенце легкая рыжинка может на белом оставаться, на светлом тоже, на светлом белом полотенце. Поэтому, если вы пользуетесь любой хной, совершенно любой, то надо пользоваться просто цветными полотенцами, чтобы не переживать за какие-то там пятна. Вот, я думаю, у всех какое-нибудь старое полотенце дома найдется. Ну и тут поначалу, потом можно опять возвращаться к своему белому, уже потом, ну, краска поначалу только сходит, потом она уже не сходит, держится на голове. Цвет насыщенный, яркий, устойчивый. А, цена там что-то ее 70 рублей без скидки. В Магнит Косметик, кстати. Со скидкой за 60 рублей, за 45 можно купить пачку. В общем, нравится, довольно. И разные цвета. Шоколадный и каштан. Там еще, я видела, 3 цвета. Так, еще один у нас Мастер Блеск Део Блоки для унитаза с ароматом лаванды. Вот это, кстати, я покупала в Магните. Магнит Косметик. Брала по акции несколько штучек. Там тоже была такая цена низкая. Ну, конечно же, взяла. Много чего обещает, но пенки дают меньше, чем этот продукт. Аромат меньше, чем этот продукт. Ну и все, в принципе. Ну, чистоту легкую поддерживает тоже как бы. Ну, пойдет. За маленькие деньги пойдет. Лучше, чем ничего. Аромат лаванды такой никакой. Ну, не знаю, кому как. Такой на троечку средства. Ну, бывает на троечку средства лучше, чем ничего в унитазе. Со светофором мне больше нравятся блоки. Маска для лица. Ну, естественно, все хвалили-хвалили. Я не удержалась. За 99 рублей купила от Сейдо в фикс-прайсе курс из 4 трилущей. Я взяла с коллагеном. Да. Неплохие увлажняющие маски, вполне хорошие, удобно их хранить. Они здесь пленочки идут, наполнены замечательно жидкостью. Все бы хорошо, единственное, что меня просто раздражала маска, то, что она неадекватная. В каком смысле? Хотела ее показать, но что-то я ее не вижу, видимо, я ее выкинула. 4 штуки их здесь лежит, получается 25 рублей одна масочка. Ну, а там такие здоровые дырки на лице, на губах, на глазах, что это просто, ну, она очень неадекватно на лице смотрится, эта ткань. Я ее придавливала еще силиконовой сверху маской, и это она мне благодаря этому держалась. В принципе, так я их и использовала. Ну, очень было интересно попользоваться, увлажняла хорошо, ничего плохого сказать не могу, кроме вот этого дурацкого лекала. Ну и все. В принципе. И, по-моему, даже жидкость у меня еще там на донышке осталась от масок. И я еще таблеточку туда бросила. Таблеточку маски у меня есть, которая с фикс-прайса того же самого на Алиэкспресс, они тоже продаются. Еще и таблеточка у меня разбухла. И я опять же сделала 5-ю маску с этой жидкости. Так что вот так вот. Вполне можно брать, кому интересно попробовать. Маска, которая, вот я не так давно вам ее показывала, фреш. Я надеялась, что это арбуза и мята, меня прям охладят мне лицо, и будет полный фреш. Но оказалось совсем не так, восстановление водного баланса было, увлажняет, красивая маска, корейская, все бы хорошо, много очень обещаний. Единственное, что она охлаждала очень-очень легонько. Фреша я не почувствовала от такой красивой упаковки, маски. И мне тоже не понравилось лекало. Ну, какое-то, знаете, неадекватное оно мне показалось. Дырки большие для рта и глаз. В общем, лекало ужасное. Вот, тоже оказалось. Поэтому повторять, естественно, не буду. Ну, меня так не восхитила маска. Конечно, за 55 рублей. Так же, как и это за 55 рублей. Тоже Корея. Это мне нравится больше. Также не смывается, также хорошо увлажняет и питает кожу. Люблю корейские маски, 100 раз уже говорила, вот даже Мирине. От корейские маски в фикс-прайсе. Просто их люблю, они все, в принципе, еще ни одной плохой мне не попадались.
Далее, наконец-таки, я закончила скраб свежести молодость Fresh Face. Это у нас фикс прайс, 75 мл. Цена была там рублей 50, наверное, в свое время. Закончила. Виноградная косточка, масло кокоса, миндальный орех для всех типов кожи. Обожаю. Вот люблю я именно больше всего почему-то именно 75 мл от Everline. Именно скрабы. Мне кажется, только они идеально чистят кожу. Хороший скраб, прекрасный, с приятным ароматом, хорошо скрабит. Чем-то напоминает абрикосовую косточку от чистой линии, чуть-чуть слабее. Ну, в хорошем смысле слова, не такой, знаете, ядреный скраб. Не так сдирает кожу, более мягко чистит. Но кожица чистенькая. Вот прям сегодня утром воспользовалась и сразу решила вам уже, прям бросила пустые банки. Сейчас в данный момент такого скраба нет, но его, помню, и тогда хвалили, и я его хвалю. Поэтому, если в Фикспрайс опять что-то наподобие от Евролайн привезут, не переживайте, берите качественный продукт, приятный, ухаживающий, он такой жирненький, то есть он еще и питает. Вот. Ну, даже написано, что кремовый для лица, шеи, зоны декольте. Действительно чувствуются масла. Кожа чистая, ухоженная, прекрасная, прекрасная. Хорошее средство для очищения кожи. Скраб от Avon. Он не отмывается уже. Так, ванильная ягода, скраб для ног с экстрактом красной смородины. 75 мл. Люблю скрабики для ног. Я не скажу, что они там супер-пупер какие-то. В принципе, любой скраб, знаете, работает на ногах прекрасно. Вот, там такой красивый ягодный цвет, очень приятный, вкусный ягодный аромат, с удовольствием пользовалась, сейчас, по-моему, нет, сейчас другие ароматы уже идут, ну, всегда покупайте скрабы в Avon, вам они, я думаю, всегда понравятся, сколько я не пользовалась скрабами, всегда я ими оставалась довольна. Приятно пользоваться ими, приятно пахнут, делают свою работу прекрасно, и по акционной цене они достаточно недороги. Ну, хотя другие скрабы тоже прекрасно ухаживают за ногами. Ну, все равно вот этот аромат просто был обалденный, волшебный, ягодный. Жалко, что сейчас его сняли, уже нет. Также у меня от Organic Zone закончилась очередная гиалуроновая сыворотка для лица. Это для кожи вокруг глаз. Замечательные составы, хороший объем 50 мл, эко-продукт. Классные сыворотки в стекле, в темном, как положено быть. Замечательные тут составчики, посмотрите. И я, естественно, тут экстракт петрушки, хороший составляющий, очень приятный аромат натуральный, такой эфирных масел. Приятно пользоваться. Люблю я Organic Zone. И я очень рада была, что познакомилась с этой косметикой благодаря тому, что мне на обзор прислали ее. Два раза снимала видео и рассказывала прям подробно об этой косметике. И в данный момент я дальше буду говорить, что мне нравится. Но если что-то не понравится, конечно, также обязательно скажу. Приятный аромат. Единственное, что большой объем на вокруг глаз использовать просто это будет бесконечно долго, а использовать надо за полгода после вскрытия. Вот. И, естественно, я прекрасно использовала на все лицо и шею этот продукт. И надолго мне его хватило. То есть успела уложиться. Не пропал, ничего, стоит у меня в ванной комнате. Увлажняет, работу свою делает. И когда сейчас он у меня закончился, я уже на неделю полторы сижу без сыворотки. Мне такое ощущение, что я прям грущу по сывороткам. Думаю, надо достать либо следующую в запасах, там у меня есть, но уже не Organic Zone. Либо пусть кожа немножко отдохнет от сывороток, не знаю. Но мне кажется, что кожа у меня как бы хуже, что ли, стала. Вот у меня такие ощущения, не знаю, может, мне просто кажется. Ну, продукт рабочий, натуральный. Никаких высыпаний, раздражений просто нет у меня на них. Довольно рекомендую. И я, кстати, слышала еще очень много положительных именно отзывов на эти сыворотки, причем на любой возраст. Далее, не могу прочитать вот это мыло, мне прям, знаете, язык не поворачивается его правильно прочитать. 70 грамм, 5 штук в наборе это мыло идет, хорошее, дезинфицирующее. В общем, классное мыло с приятным ярким ароматом. Люблю его, нравится. Цена там 130 рублей, 5 штучек вот таких мылец небольших по 70 грамм. Я думаю, все об этом знают. Господи, вот хочу выбросить вот такое кольцо. Вот так оно выглядит. Это какая-то серия была, у меня такие сережки еще. Сережки мне пока не облезли, а кольцо начала облазить. Я его толком-то не носила. Но с позолотой от Avon. Оно у меня
Сейчас в продаже его нет. Оно у меня, конечно, стало подобладить и просто становится белым. Ну и, как видите, мне оно на размер пришло великовато, не угадалось с размером. И оно такое грубо смотрится, конечно, не как золото. Ну, я его поносила, но раз облазит, пора выбрасывать. Поэтому на свалку истории уходит. Все, сережки еще поношу. Мне на них комплименты делали. На такие сережки именно с этой серии. Не помню, как она называется, с такими листочками. В общем, комплименты получала. Все думают, что это золото. Они на ушах смотрятся прям так, как золото, в отличие от этого кольца. Ну, поношу. Как облизут, естественно, выброшу. Ну, подтверждение того, что эвоновская бижутерия облазит, к сожалению. Ну, причем достаточно быстро. Даже если вы ее и мочить не будете. У мужа закончился вот такой аромат. Пользовался он каждый день. Покупала я в свое время. Там была такая скидка в Магнит Косметик. Он, кстати, по-моему, до сих пор в продаже есть. Это наша отечественная парфюмерия, это мужская. Аромат смотрится, знаете, в оформлении достаточно достойно. Вот. Там такая темная, такая не светлая сильно жидкость была, я помню. Аромат достаточно достойный. Кто не хочет тратиться на дорогую парфюмерию мужскую, а такую именно бюджетную, отлично подходит. Я так покупала со скидкой 170 рублей, может быть 180. Естественно, я так хватанула, в корзинку бросила, мужу на работу брызгаться пойдет. Тем более у меня как бы относится к такой рабочей деятельности строительной, вот, так что вполне. Я думаю, в офис прекрасно этот аромат подойдет. У него нет вот этих противных, неприятных, дешевых, прям сильно дешманских, вонючих вот этих нот, как бывает прям у сильно дешевых парфюмов каких-то, вот, бывают такие. А так он стоит рублей, по-моему, 400 в Магнит Косметик без скидки, вот не помню уже. Кстати, у меня от него даже коробочка сохранилась. Вот так выглядит коробка. Так что кому-нибудь на 23 февраля вполне можете подарить 85 миллилитров ее. Вот так она выглядит. Она, кстати, на Валберис такой ароматик тоже в продаже есть. Не скажу, что он сильно стойкий. Естественно, там на одежде он слышится, в принципе, ну, не то, что на целый день, ну, на следующий день остается. Нет, я бы так не сказала. Мне кажется, этот аромат с утра нанесли, на одежде он вечером от вас останется, ну, у мужчины. Потому что это не унисекс-аромат, он больше в мужскую сторону. Но он такой очень приятный. Поэтому она кожа, наверное, может быть, часик-полтора держится, не больше. Я уже не помню, какие здесь ноты. Но что-то кожаное. Что-то слегка как будто бы удовое. В то же время какая-то сладость фруктов, легенькая такая приятная. В общем, приятный аромат. И вот он, пока муж пользовался, он мне совершенно не надоел на нем. Вот. Не назойливый, для любого возраста подойдет. Для, ну, по-моему, вне возраста он приятный. То есть он у меня летом его сейчас закончил, и не удушающий, ничего. То есть водичка, знаете, 23 февраля кому-то подарить. Если за 170 рублей у вас Магнит Косметики попадется на какую-то презентацию, в какую можно... как презент его можно кому-то придарить. То есть, как вы понимаете, мне кажется, ни один мужчина не отвернется. Моему мужу он понравился. Это не аромат, знаете, пены для бритья, либо лосьона после бритья. Нет, это такое что-то и кожистое, здесь и уд, и сладость в нем есть. Ну, приятненький такой. Ну, не супер стойкий, конечно, но за такие деньги вполне хороший. И выглядит он достойно за эти деньги. Так, ну, наконец-таки у меня в туалете закончился вот такой аромат от Брокарт Фрутиссимо. Это у нас... Нет, это, слушайте, это не та коробочка. Все та. Тай смузи называется. Это у нас здесь 35 миллилитров. Также Магнит Косметики покупала. Закончилась. Знаете, по-своему аромат интересный, необычный. Ну, естественно, химозный. Какой-то детский, не детский. Вот детским вот ребенку бы такой никогда не купила. Он очень резкий. Он кокосовый. Здесь ананас. Он такой очень тропический. Естественно, на себя я его там несколько раз распылила, потом больше орошала то занавески, то комнату. В итоге он мне перекочевал в туалет. В туалете прекрасно, знаете, прекрасный получился ароматизатор. Шикарный просто. Заходишь, а в туалете пахнет тропиком. Ну, как у меня санузел совместный. Заходишь в санузел, а там пахнет тропиком. Яркий такой аромат, приятный. Он достаточно даже, знаете, освежающий оказался. При всем, что он еще и сладковатый. В общем, для туалета шикардосный аромат, я вам хочу сказать. Прям очень понравился.
Вот сейчас у меня в данный момент вот такой стоит в туалете. Но он более сладкий, и поэтому для туалетной комнаты мне уже не очень понравился. Но все же стоит, надо его там закончить. В общем, хорошие, прекрасные ароматики для дома за 150 рублей. В принципе, это все мои пустые банки-склянки. Надеюсь, мое видео для вас было интересным. Я сегодня что-то сильно много прям разболталась. Несколько, сколько-то дней не снимала видео. И, видимо, соскучилась, захотелось мне поговорить. Но, с другой стороны, нельзя что-то подробно не рассказать. Надеюсь, вы меня во всем поняли. Спасибо вам за то, что посмотрели видео до конца. За это вам прям отдельное спасибо. Благодарю своих зрителей, которые пишут комментарии. Спасибочки вам большое. Вам всех благ, хорошего настроения, в жизни побольше позитива и приятных бюджетных покупок. Всем до свидания, всем пока!